Собака, ты рыжая, что ты творишь? Что ты творишь? Like, seriously, what the fuck are you doing? И чё мы сюда пришли? Чё пришли сюда? Ах ты сволочь! Вот, ненавижу. Вы только посмотрите на эту недовольную рожу! Чё надо? Наконец-то. Котик, вы только посмотрите. О, котик устал. Целый день работал. Работал целый день. Пот аж с него капает. А сейчас лег поспать отдохнуть. Кстати, сегодня стрим. О, боже мой, вы только посмотрите, какой черный кот с этого ракурса становится сразу. Слышь ты, хочет спать? Хочет? Да что это такое? Ну сколько можно спать? Сколько можно? Все ясно с тобой. Ту-ту-ту, ту-ту, тара-та-та-тара, тара. Котик, ты пришел сюда? Зачем ты сюда пришел? Что ты хочешь? Я не буду кладить, я не буду. Только хотел нажать на эту запись. Мы пропустили момент, как кот лопнул шарик. Вот кот. Почему мы пропустили этот момент? Скажите, вот вам микрофон. Скажите, почему мы пропустили этот момент? Кот, какого черта, что ты там делаешь? Так, я знаю, что надо. Я знаю. Сейчас. Знаю. Вот ты жиробас. На еду-то сразу прибежал, собака. Куда? Зачем туда полез? Вот теперь жри говно. Эй, петушок, сюда иди. Ты что, это мне сказал? Не надо, пожалуйста. Мне сказал? Сюда пошел. Не надо. Вон там у нас будет скоро самый высокий небоскреб на втором месте, вернее, в России. 426 вроде метров. Курлык. Ребят, лифт разговаривает? Начало учебы. Что же делать? Я, кажется, знаю. Ребята, честно, я ненавижу чипсы. Почему у меня их так много? Кто-нибудь заберите это, пожалуйста. Вот, я люблю клубничку. Дайте мне клубничку. Время час ночи. А я им клюкву в сахарной пудре. Думаешь, ты меня остановишь? No way. No pictures. No. Папарацци, no pictures. Да, снимаю видео. Знаете, ребята, что я делаю перед стримом? Кушаю чан рамен! Элитный доширак! Чё-то в последнее время подсел на дошираки. Хоть особо никогда их не любил. Любил роллтоны. Like, seriously, what the fuck are you doing? Shit. Ой, а чё это? А это... Тут надо нажимать, да? Да ладно. Что я наделал? Как-то вернуть? Кот! Чё ты слышишь-то? Почему я в два ночи смотрю АСМР мукбанг? Это то, как люди просто едят при включенном микрофоне и вот так учавают. Ну, ребятки, в общем, мне уже 18 лет исполнилось, поэтому я решил пожениться на ней. Сейчас бы собирать шкаф. Ну, в общем-то, тут у нас пустая комната, и я хочу сделать
комнату ботану, потому что он говорит, что его не устраивает такая комната, как для психбольных, вон игрушка лежит какая-то. Молодая уточка, вы куда-то плывете тут? Это обводный канал, это место не для уточек. Что вы тут делаете? Ах ты собака, я думал, ты с той стороны прыгнешь, а ты с той прыгнул. Что ты творишь, кот, такое?